Лицо вниз полностью. Руки за спину. Имеют предмет документа, запрещенные гражданским оборотом территории Российской Федерации. Удобно? Протокол не занесли. Мы давайте посмотрели. Саперы есть у нас? Давайте я открою. Хорошо, я сейчас вот уже писали. Он не бахнут? Да. Они в чем? Урожом запалы где? Там уже. Нет, они переживают, что напали. Сотрудниками Главного управления МВД России по Приволжскому федеральному округу совместно с оперативниками УФСБ по Нижегородской области проведена широкомасштабная операция по пресечению деятельности экстремистской ячейки в одном из районов Нижнего Новгорода. В 3:30 сегодняшнего дня в Главное управление прибыли оперативные сотрудники, сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Руководитель операции поставил задачи, и группы выдвинулись в адреса. По прибытии в адреса было доложено руководителю операции и принято решение о начале проведения операции. В результате проведенных мероприятий задержаны три самых активных участника. В настоящее время следственной частью Главного управления МВД России по Приволжскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по статье 282. Успешному проведению данной операции предшествовала длительная и совместная оперативная разработка. Оперативники двух структур, Главного управления и УФСБ по Нижегородской области, длительное время набирали необходимый материал, проводили оперативно-розыскные мероприятия, и в конечном итоге, когда выяснили, где находятся и где проживают активные участники данной преступной группы, было принято решение о проведении завершающего этапа